Кстати, с этого года предполагается и осуществляется уже соединение Федерации вольной и греко-римской борьбы. Будет единая федерация спортивной борьбы во всех городах и весях России, в том числе и Кемеровской области. Новая Скотия. Итак, дорогие друзья, соревнования первого международного турнира в Кузбассе подходят к концу. Кроме этих двух схваток еще состоится главная схватка за первое место, награждение и затем вручение главного приза турнира Toyota Corolla. Его соперник синий трикот Иван Авдеев представляет команду Кемеровской области. Ивану 28 лет, 10 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Александра Шиле и Чесовских. Чемпион Кузбасса. Я не говорю по-русски. Разговаривай, well, speak Russian. I don't speak Russian very well.